Новые возможности для деловых перелетов. Сегодня в Чебоксарском аэропорту открылся очередной авиарейс в Москву. Первых пассажиров в столицу провожали торжественно, а кому-то из них выпал и счастливый билет. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Зал ожидания Чебоксарского аэропорта на один час превратился в концертную площадку. Открытие нового рейса – событие по-настоящему значимое. Теперь самолеты, вылетающие из Чебоксар, будут приземляться не только в Домодедово, но и во Внуково. Этот борт отправляется в Москву полностью загруженным. Накануне были раскуплены все места. Взлетев в Чебоксарах в 7:30 утра, самолет прибудет в Москву через 2 часа. Полеты выполняются на лайнере французского производства АТР, который может вместить порядка 70 человек. Для первых пассажиров представители авиакомпании подготовили приятные сюрпризы. Руслан Гавриленко прошел регистрацию на этот рейс раньше всех. Чебоксарцу вручили сертификат на бесплатный полет. Чисто случайно. Просто зашел на сайт и купил билет. Мне сообщили, что я первый пассажир. Было очень приятно. По всей видимости, этот рейс будет пользоваться популярностью. Сейчас перевозчики сдерживают цены. Стоимость одного билета в эконом-класс пассажирам обойдется дешевле купейного места в поезде. Для того, чтобы снизить стоимость билетов, делается в авиации очень многое. Это топливная экономичность двигателей, комфортабельные салоны, малочисленные экипажи. И все это позволяет минимизировать стоимость билетов, что вполне доступно для сегодняшних жителей Чувашии. Для бизнесменов на сегодняшний день ключевым является экономия времени. Вот когда бизнесменами разговариваешь, они сразу начинают уточнять, какие рейсы летают и за сколько можно долететь до Чебоксара или Чебоксара до Москвы. Когда им говоришь на поезде 12 часов, они вообще отказываются даже приезжать. А когда за 1,5-2 часа могут они прилететь и улететь, они выбирают прежде всего этот вид транспорта. Из Чебоксара московский аэропорт Внуково можно будет добраться не только в будни, но и в субботу. Из столицы республики недавно возобновились рейсы в Турцию и Санкт-Петербург. В период летних отпусков в республике на авиаперевозке повышается спрос. Наш аэропорт успешно участвует в пилотном проекте региональных перевозок в Приволжском федеральном округе. И в рамках этого осуществляется по 3 рейса в неделю в Самару и Уфу. Немалым спросом пользуются утренние и вечерние рейсы в Москву в аэропорт Домодедово. Не исключено, что в ближайшее время в Чебоксарах откроется и новый авиарейс в город Симферополь. Сейчас ведется поиск перевозчика. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков и Вадим Владимиров. Республика.